Вот так вот тут вот живут кошечки. Кошечки тут так живут. Вот такой у них домик. Домик у них тут такой. Вот так вот живут здесь. Вот тут они пьют. Вот тут они, собственно, ходят, едят. Никто абсолютно кошечек тут не обижает. Собственно, вот так вот. Вот такой у них вот тут вот домичек. Вот так вот они замечательно живут. Замечательно живут. Никто никого не обижает. Поэтому не надо обижаться. Не надо их обижать. Все идет мирно и хорошо. Никто никого не трогает. Поэтому нужно уважать пространство каждой кошки. Потому что, как видно, у каждой кошки пространство, оно свое пространство. И каждая не занимает чужое пространство. Вот. Собственно, кошечки гуляют вот так вот тут. Это уникальный кадр. Не будем подходить близко, потому что кошечки, они, как правило, пугаются, поэтому буду показывать вот на таком расстоянии, насколько это возможно, чтобы не пугать кошечек. Потому что кошечки начнут разбегаться, вот нервничать начнут. Ну, я вам покажу это несосветное чудо. Чудо вот такие кошечки, собственно. Уважаем их пространство и не трогаем их.